Меня зовут Виктор Павличенко. Я с Украины, город Киев. Немного расскажу о себе. Живопись и искусство меня привлекало всегда. Когда моя дочь Валерия начала учиться на профессионального художника в Киевской детской академии искусств, мы вместе с ней изучали теорию искусств, творения средневековых и современных мастеров, различные техники живописи. Вместе с дочерью мы разработали свою технику живописи, назвали ее «Трансмиссия света». Наши картины имеют два лица. Их можно смотреть как при дневном, так и при ультрафиолетовом освещении. В лучах ультрафиолета картины светятся и возникает другое мироощущение. Особенно увлекает меня рисование портретов в смешанных техниках живописи. Еще я и мои дети 11 лет благотворительности. У нас есть благотворительный фонд помощи творчеству, который называется «Свет и честь», вместе с которым мы организовываем благотворительные выставки, и на собранные средства мы помогаем развивать творчество детям, оставшимся без опеки родителей. Теперь я перейду к своей картине, которую хочу представить на конкурс от Golden Time Talent Grand Final Art 3. Картина написана в нашей авторской технике «Трансмиссия света». Называется «Заплаканная весна». Картина написана в первые месяцы войны. На картине я изобразил возвращение солдата с войны. Встречает его любимая девушка возле дерева, где дерево есть символ рода, дома и семьи. Портрет главного героя Дмитрия я изобразил в образе горы, которая оберегает с собой от невзгод молодую пару. В конце хочу всем пожелать мирного неба, добра, и чтобы на нашей земле поскорее наступил мир. Благодарю за внимание.